12 февраля в дневное время на 1206 километре автодороги М5 Москва-Челябинск. В районе села Северной Оренбургской области водитель автомобиля МАН в составе сплыл прицепом, при движении не справился с управлением и выехал на полувстречного движения, где допустил столкновение с автомобилем МАЗ. В результате ДТП автомобиль МАН съехал влево в левый по ходу движения кювета. От удара автомобиль МАЗ отбросил на полувстречного движения, где он совершил столкновение с автомобилем ДАФ. В результате ДТП водитель автомобиля МАЗ, 35-летний житель Пушкинского района Самарской области, с телесными повреждениями был госпитализирован в лечебном учреждении. В момент ДТП был пристегнут к ремням безопасности. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. ГИБДД Бугуруслана призывает водителей снизить скорость до максимально безопасной, увеличить дистанцию между транспортными средствами и не допускать совершения опасных, необдуманных маневров. Приступайте к выполнению обгонов, перестроений и разворотов, только предварительно убедившись в полной безопасности для себя и других участников дорожного движения.